Так, друзья, приветствую вас. Это Монтана у нас опять. Сейчас декабрь, 19 декабря. Мы в Монтане. Везем такой груз. Транспакет. Это Вашингтон. Цистерны для воды. Одну компанию. Насосы тоже. Три насоса мощных. Три цистерны, три насоса. Едем по равнинам Монтаны. Ну и горы тоже встречаются. Были и очень большие, но впереди будут серьезные перевалы. И вот такое небо. Там аж на горы опускаются. Похоже, там снег. Похоже, это облака со снегом. И тучи снеговые. На горы сыплет снег. Тут и коровы пасутся, стада ходят. Если вам видно. Такая вот Монтана. На сегодняшний день. Это 19 декабря. Слава Богу за все. За все, что он дает. За жизнь. За возможность трудиться. Для его славы. И о нем говорить, пока мы живы на земле. И о нем будем говорить здесь, на земле. Доколе мы тут есть и вечности, там уже воочию будем его видеть. Славить его, благодарить за все. Вот такая красота тут, друзья. Не сокрою ее и покажу вам тоже. Из этих облаков, из этих туч, похоже, зима приходит. Сначала на горы, потом дальше будет распространяться, снег сыпать везде. В зависимости, куда ветер будет дуть. Да, на востоке Америки там все еще снег. Люди борются со снегом. Ну, может, уже не сыпет так, но засыпало хорошо в эти дни. Нас осталось в Пенсильвании. Успели мы убежать из Нью-Йорка, из Коннектикута. Мы в Пенсильвании. Мы это пережили. А сейчас вот Монтана. Саут-Дакота. Потом чуть-чуть захватили Вайомин. И двигаемся дальше на запад Америки. На штат Вашингтон. В Спокене наша разгрузка будет. За Спокеном даже чуть-чуть там. Проехать по второму хайвею. Такие дела, друзья. В общем, благословение вам. Пусть Господь хранит вас, ваши дома, ваши семьи. Держитесь Господа, и Он будет хранить вас. И Он будет с вами. Он будет с нами, если мы будем с Ним. Вот важное условие. Самим Его искать всегда и пребывать с Ним. Горизонте тучи, и возможно там снег нас ждет. Ну посмотрим, посмотрим. Даст Бог, переживем и это. Такие дела, друзья. Все, благословения вам, с Богом. До следующего включения.